Ви олігарх? Ні. І це означає жити по-новому. Я людина, яка вміє і звик не брехати. Я ніколи не брешу, в моїх треках тільки правда, бро. Я піднімаю зверх, як український автопром. Обіцяв людям одно, ведь это класно, но меня избрали, и я тупо взял, собрал бабло. С каждого граждана краины, бомбы, карабины нужно покупать, но деньги так неуловимы. Это русские виновны, но никак не дураки мы. Обама, босс, Вашингтон, дом родимый. Мы запустили украинский краудфандинг. Плати бабло популистам, ваш инфантик. Путинские сепаратисты в каждой банде. Якщо брешу, то вы мой Facebook забанят. Экономический коллапс новую владу душит. Когда я прохожу, бойцы падают на пол тут же. А также падает ВВП, социальные гарантии, экспорт вести. Как меня зовут? Петр Порошенко. Новые реформы потрепали всех, да. Слава Европейскому Союзу. Смотри, парень, секта. Вся страна в состоянии аффекта. Петр Порошенко, Петр Порошенко, Петр Порошенко. Ни слова о деньгах. Петр Порошенко, Петр Порошенко, Петр Порошенко. Скромный олигарх. Мы подписали соглашение с ЕС, братья. Вышли на парад с радугой, надев платья. Разогнали весь Майдан, это демократия. Житый по-новому, новая стадия. Мой друг Виталий занял пост мэра. Горячую воду отключить, это полдела. Телеканалы запретить и без ордера. Кого-то взять, арестовать, это все смело. Делаем мы это новая влада. Кто не с нами, тот бестолковая вода. Это служит нам чистой мовы не надо. На Украине ощущаю промо не на то. Я не синоптик, я олигарх. Таких как я на Майдане все слали нах. Но я теперь президент. А люди как были очень тупыми, так и остались такими. Петр Порошенко, Петр Порошенко, Петр Порошенко. Ни слова о деньгах. Петр Порошенко, Петр Порошенко, Петр Порошенко. Скромный олигарх. Петр Порошенко, Петр Порошенко, Петр Порошенко. Ни слова о деньгах. Петр Порошенко, Петр Порошенко, Петр Порошенко. Скромный олігарх. Антитерористична операція, коли він буде головнокомандувачем Збройних сил, запевняє Порошенко, триватиме години, а не тижні. І це означає жити по-новому, перестати брехати, перестати давати обіцянок, які на сьогоднішній день ніхто не збирається виконувати. Солдат, который воюет в бою, там срочников не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет 1000 гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 000 000 гривен. И это означает жить по-новому. Это означает жить по-новому. Это означает жить по-новому.